Февраль 1945 года. Враг оказывает отчаянное сопротивление, стараясь изменить воздушную обстановку в свою пользу. Из разведданных стало известно, что на фронте появились немецкие реактивные самолеты с турбореактивным двигателем «Мессершмитты 262». Тактика борьбы с ними еще не была выработана. Скорость их была выше скорости поршневых самолетов, но маневренность хуже. Поэтому главная рекомендация для советских летчиков была вовремя заметить «Мессершмитт 262» и, если представится удобный случай, атаковать, до конца используя боевые качества своих машин. 19 февраля 1945 года Иван Кожедуб в паре с Дмитрием Титаренко на воздушной охоте повстречали немецкий реактивный Ме-262. Иван Никитович Кожедуб – лучший ас антигитлеровской коалиции, самый результативный пилот истребительной авиации СССР, мастер наступательного поединка. Родился 8 июня 1920 года в селе Ображеевка Глуховского уезда Черниговской губернии, ныне Шосткинский район Сумской области. В действующей армии с марта 43 года. К концу Великой Отечественной войны совершил 330 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев и сбил лично 62 вражеских самолета. Трижды Герой Советского Союза. В феврале 1945 года служит в составе 176-го гвардейского истребительного авиаполка, базирующегося на новом аэродроме на западном берегу Вислы. Из воспоминаний Ивана Кожедуба. Дело было так. Мы вели воздушную охоту недалеко от линии фронта. Внимательно слежу за воздухом. С юга, со стороны Франкфурта, на высоте 3500 метров, внезапно появляется самолет. Он летит вдоль Одера на скорости, предельной для наших лавочки. Да это же реактивный. Быстро разворачиваюсь, даю полный газ, преследую врага. Летчик, очевидно, и не смотрел назад, полагаясь на большую скорость. Выжимаю из машины максимум. Стараюсь сократить дистанцию и подойти с небольшим снижением под брюхо вражеского самолета. Хочется подробно рассмотреть его, и если удастся, открыть огонь и сбить. Мой напарник не отстает от меня. Зная его горячность, предупреждаю, чтобы он не терял хладнокровие и не начинал действовать без моей команды. Подхожу со стороны хвоста на расстоянии 500 метров. Удачный маневр, быстрота действий, скорость позволили мне приблизиться к реактивному самолету. И вдруг в него неожиданно для меня полетели трассы. Мой напарник не выдержал. Я был уверен, что ведомый испортил план моих действий и в душе нещадно ругал его. Но его действия неожиданно помогли мне. Немецкий самолет стал разворачиваться влево в мою сторону. И на мгновение подставил мне свою спину. В этот миг развил предельную скорость, которую только может дать моя машина. Я сблизился с врагом. С волнением открываю огонь. Реактивный самолет, разваливаясь на части, стремительно падает вниз на территорию врага. Это был один из первых реактивных самолетов, сбитых советскими летчиками. Опыт данного боя Ивана Кожедуба помог и в дальнейшем выработке тактики борьбы советских истребителей с немецкими реактивными самолетами.